По всей стране стартовали республиканские командно-штабные учения «Зима-2022». По содержанию учений, проведенных управлением по чрезвычайным ситуациям города Кибастуза, из-за неблагоприятной погоды повредилась электропроводка, в результате чего часть города осталась без света. В рамках ШКШУ КС-2022 было проведено тактика специального учения. Условно, в результате изменения погодных условий было повреждено 3 километра линии электропередач. Прекращена подача электроэнергии. Без электричества и света остались 215 многоэтажных жилых домов, 15 крупных организаций и 3 объекта жизнеобеспечения. Количество человек, оставшихся без электричества, составляет 1513 человек. Горэлектросеть, дежурный диспетчер, это... Обрыв провода у вас получается по улице только воздушной линии 10 киловатт, да? Все понятно, ждите, бригада выйдет. Сначала сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в диспетчерскую часть предприятия «Горэлектросеть». Оттуда происшествие было передано в управление по чрезвычайным ситуациям. На него незамедлительно отреагировала бригада экстренного выезда. В обучении приняли участие 7 сотрудников личного состава, задействовано 2 единицы техники. Оперативно-выездная бригада была выявлена, обнаружен обрыв провода, был отключен, оперативно была линия отключена, заземлена, обрыв провода был устранен в кратчайшие сроки бригады ЛЭП. Дружно, слаженно и профессионально бригады сообща отработали все необходимые действия по устранению повреждения. Авария произошла на улице Тукая. В общей сложности на действия в случае подобного отключения электроэнергии отводится минут 30-40 по времени. Занятия по темам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для сотрудников ЧС в рамках командно-штабных учений «Зима-2022» проводятся в соответствии с разработанным графиком. Учения продолжаются, потому спасателей впереди ожидает еще ряд практических занятий.